Всем шалом, с вами Олежка Доминиров, и я вернулся. Наконец-то помимо стримов вы сможете лицезреть нудные обзорки и много уникального контента. Сегодня у нас на очереди обзор на АК-47. Поехали! Этот автомат уже с самого начала игры зарекомендовал себя как поджигатель пердаков. И да, это действительно так, его характеристики просто бесподобны. Давайте ознакомимся с ним, хоть эта информация есть в открытом доступе, я ее зачитаю. Урон 30 единиц позволяет сносить голову противника с двух выстрелов, несмотря на его броню. Точность калаша способна даже на дальних расстояниях подогреть жопы ваших врагов. При хорошем навыке стрельбы вы получите много лестных отзывов о себе и ваших родственниках, а также звание читера и гомосексуалиста. Скорострельность 7,1 вкупе с уроном и точностью творит чудеса, благодаря чему мы можем с невероятной скоростью пробивать черепушки врагам и набивать по 150 фрагов за кап. Обойма составляет 30 патронов в магазине и 210 в запасе. Из простых математических расчетов можно понять, что за одну обойму можно сделать до 15 фрагов в идеальных условиях, используя лишь один автомат. Не, в натуре класс. Но... Заебись. Четко. Получается четко. У вас действительно. Еще разработчики и без того годному автомату предусмотрели кастомизацию, от которой сносит крышу даже владельцу всего чуда. Для начала в игре есть целых 10 скинов, 8 из них в открытом доступе. Ну, поскольку я говорю о уникальности контента, возьмем персональную раскраску для него, так, по вкусу. Прицел выбирайте также по своему усмотрению, я возьму такой. Олежа предпочитает наносить максимальный ущерб сопернику, поэтому поставим модуль с увеличением урона. Лазер ставим по дефолту, плюс 20 к точности нам явно не помешает. С точки зрения банальной эрудиции, игнорируя критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификации всеобщих мотиваций в парагматических связях, предикатов решает проблему совершенствования формирующих геотрансплантационных квазипизостатов всех кинетически коррелирующих аспектов. Поэтому мы выберем модуль на повышение скорострельности. Потому что так сказал батька, а батьке перечить вообще никак нельзя. Ну зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты селедку ее там с рыбой. Ну зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Теперь давайте посчитаем, сколько нужно скоммунизить денег у мамки и не есть в столовой, чтобы купить и полностью вкачать его. На модуле мы потратим около 10 тысяч, плюс 15 тысяч сам автомат. В общей сложности за 25-26 тысяч мы получаем монстра, который способен выносить на любой дистанции любого соперника с невероятным счетом. Теперь, вооружившись таким автоматом, предлагаю посмотреть вам нарезку фрагов. Another day, then.
На этом видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Доминиров. До новых встреч. Пока-пока. Газ погребенный в землю, black metal, lifestyle пожинаю и сею. Те мрази все вышли из дьявола семьи.